Привет, дорогие друзья! Итак, у нас новый анонс, новый стрим. Да, то есть 25, значит, апреля в 13:00 по московскому времени. Специально для жителей других регионов, стран, городов, вот, нашей необъятной родины, не только, чтобы всем, собственно, было удобно смотреть, мы решили сделать часть дня по Москве. Наверное, пожалуй, неудобно это будет только Америке. Прошу прощения, да, можно посмотреть будет записи. Ну, в общем, да, будет стрим. И стрим мы проведем тоже в формате дегустации совместной, дегустации чая. То есть мы, значит, будем тоже предлагать набор пробников, который будет доступен покупке в ссылочке под этим видео. Там будут интересные чаи из нашей коллекции, плюс еще один интересный очень сорт. Это будет секрет, это будет такой сюрприз-продукт из моей домашней коллекции. Я надеюсь, что это будет достаточно крутой сорт. Я пока не знаю, сколько у нас будет заказов, но, собственно, он будет в ограниченном количестве. Если вдруг он закончится, то мы, значит, оповестим, то есть его хватит где-то заказов, может быть, на 40-50 максимум. Вот, поэтому, собственно, кто успел, тот молодец. Может быть, если, соответственно, будет заканчиваться, мы напишем, либо я, может быть, добавлю... А, нет, я придумал, я добавлю второй еще, один на всякий случай. И оба очень крутые. Вот, не буду говорить, что это фермерский продукт, который у меня вот в домашней коллекции лежит, и я обычно такое делаю на дегустациях. Так как дегустации сделать я не могу, именно офлайновые, проехаться по нашим клубам, поэтому она будет пускай онлайн и будет для всех. Собственно, вы можете купить набор пробников, он приедет к вам с доставкой, до 25 апреля успеет доехать, я думаю, практически везде. Вот, в крайнем случае, если не успеет, вы посмотрите это в записи, да, и в любом случае у вас будет один эксклюзивный такой наборчик. Такая своего рода подписка, вот, чуть позже тоже, кстати, эту опцию, я думаю, мы сделаем, вот, и вместе мы с вами будем дегустировать чай. Покупать, естественно, набор не обязательно, то есть вы можете просто посмотреть стрим, я думаю, это тоже будет интересно, я отвечу на ваши вопросы, как обычно, то есть как-то так будем двигаться. Еще важный момент, во время, значит, стрима мы разыграем кое-что, да, не скажу что, ладно, хорошо, скажу что, это, значит, будет пиявочка. Мне кто-то там посоветовал в комментарии последнего видео на YouTube главном. Значит, да, разыграем пиявочку из моей домашней коллекции, из нашего обжига. Хорошую очень пиявочку, которую мне прям даже жалко отпускать, но я не покажу пока. Да, я покажу и на стриме. Будет парочка вопросов, кто, значит, правильно и быстрее ответит, тот, собственно, и получит. Может, чем-то еще разыграем, то есть будет такой у нас интерактив своего рода. Поглядим, как это все будет. 25 апреля в 13:00 по Москве. Будем вместе с вами пить чай. А еще дополню немного, значит, по новостям. Все там спрашивают, что как. Ну, как вы знаете, я уже там много раз обращался. Мы работаем пока все так же. Бесплатная доставка по России, по миру. Вот, минимальные суммы все можете посмотреть на сайте. Они невысокие. Вот, и, значит, пока все в таком же режиме. Вроде бы все как-то более-менее наладилось. Будьте здоровы, берегите себя. Вот, вместе пьем чай дома. Если дома, то лучше, естественно, с чаем. Вот, всем здоровья, счастья, удачи и увидимся на стриме 25 апреля в час дня. Также еще, да, я все не могу никак остановиться, потому что сидишь дома, и, значит, да, хочется много всего рассказать. Но, значит, я еще расскажу важную вещь, значит, у нас на втором канале, вот на этом, собственно, канале «Чайник Проливаев», на нем очень много сейчас будет выходить стримов с нашими чайными мастерами. Вот, они уже, некоторые из них уже вышли, где наши сотрудники рассказывают что-то про чай, отвечают на наши вопросы, какие-то тематические проводят дегустации, там, может, еще что-то будет, потом, может, еще подключим наших региональных, значит, мастеров из других чайных клубов наших. Я думаю, это будет очень здорово, чтобы все наше чайное сообщество начало как-то общаться, пока все, собственно, ограничены в передвижениях, к сожалению, поэтому будем больше проводить время вместе, хотя бы в онлайне. Вот, поэтому, да, тоже подписывайтесь на этот канал, следите за анонсами стримов, их будет много. Вот, и будем так вот тоже поддерживать связь, поддерживать живую ниточку. Да, и скоро у нас огромное обновление свежего чая. Будет белый, зеленый, красный свежий чай. Деньхун вот недавно заказали, очень хороший, когда у нас обычно приезжает каждый год. Ну, в общем, много-много всего. Тоже работаем, живем. Я жгу керамику тоже очень крутую, так что будем работать и будем видеться. Еще раз всем до встречи 25-го, хочу сказать 25 апреля в час дня по Москве, стрим на моем главном YouTube-канале. Не на этом, не на «Чайник Проливаев», а на канале Сергей Шевелев. Вот. Всем пока, счастливо, до встречи.